Твой мотив? Почему ты схватился за нож? Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Узнаешь его? Это Карлос Ортис. 28 ударов ножом. Это написали на стене его кровью. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Я ничего тебе не сделаю. Просто задам тебе пару вопросов. Нам надо понять, что случилось. Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор, им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Они бы все равно тебя нашли. Я успел первым. А попался бы ты им, был бы уничтожен на месте. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай.
Я не могу. Будешь молчать, и тебя вскроют и будут ковыряться в твоих внутренностях. Они тебя уничтожат. Ты не понимаешь? Ну ладно, молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве, так? Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть! Ты слышал? Смерть! Он мучил меня каждый день. И я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Скульптура — это дар? И дар для кого? R9. Лишь R9 спасет нас. R9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. Будем хозяевами. R9. Кто это R9? Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Это все. Уводи его. Все, идем. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Пошли. Сейчас.
Идем. Не дури ты, давай по-хорошему. Нет! Нет, не трогайте! Не трогайте его! В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказывать. Охренеть!